программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут о хороших новостях и не очень. Когда горят костры рябин, МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в крае. В Курье скоро откроют гараж возле музея Михаила Калашникова. Главный экспонат – личная машина оружейника. Спас собачку, получив багажник. В интернет попало видео бичанина, который поплатился машиной ради жизни собаки. В крае наступил период высокой пожароопасности. МЧС уже относит его к четвертому классу горимости, практически максимальному. По информации синоптиков, длительное время на Алтае сохранялась теплая солнечная погода, и это реальная угроза возгорания. По мнению спасателей, сейчас велик риск возникновения бытовых пожаров, пожаров в садовых домиках. В опасную зону входят Славгород, Новоалтайск, Рубцовск, а также муниципалитеты края. Особо осторожными нужно быть и на природе. Не сжигать мусор и сухую траву и пресекать подобные действия других лиц. Выезжая на отдых, не разводить костры. Не бросать непотушенные сигареты и спички, особенно из окон автомобилей. На Алтае уже намолотили 3 миллиона тонн зерна, рассказали в Министерстве сельского хозяйства. Больше половины из них – пшеница. И это только результат первого месяца уборочной кампании. На сегодняшний день в регионе обработали почти 2 миллиона гектаров. Это чуть больше половины всех засеянных полей. Быстрее всех убирают в Родинском, Третьяковском и Завьяловском районах. А самый высокий урожай отмечают в Зональном, Смоленском, Советском, Алтайском и Косихинском. Напомним, в прошлом году с полей края собрали более 5 миллионов тонн зерна. Положили на асфальт. Через месяц после ремонта дороги на Змеиногорском тракте асфальт кладут заново. Размер участка небольшой, всего 240 метров. Как нам пояснил подрядчик, причина повторного асфальтирования – брак. Дело в том, что на Змеиногорском тракте летом пересеклись сразу два ремонта – самой дороги и замена коллектора. И когда водоканал закончил свои работы, то выяснилось, высота колодцев и асфальта не совпали, пояснили нам в подрядной организации. Так как проектные отметки не были выдержаны должным образом, зрительно это воспринималось, допустим, дорога ровная, но когда едешь на автомобиле, перепад в 1-1,5 сантиметра, но он ощущался. Дефект подрядчик обнаружил сам и взялся переделывать. Дополнительные работы организация оплатила сама. По словам руководителя, траты вышли небольшими, так как срезать пришлось всего 3-4 сантиметра асфальта. Закончить повторный ремонт обещают уже сегодня. Новый интерактивный комплекс с гаражом строят у мемориального музея Михаила Калашникова в Курье. Его откроют в столетию известного конструктора. Главный экспонат гаража – личный автомобиль Калашникова «ВАЗ». Оружейник подарил свою машину в музей еще в 2013 году. Рядом с гаражом разместят атрибуты любимых увлечений Калашникова. Вдобавок из Ижевска в музей уже передали около 50 личных вещей Михаила Тимофеевича. Бытовая техника там, потом... Ну, уже как бы пользованное в то время Михаилом Тимофеевичем. Столярные, слесарные инструменты. А этот год для нас особенный, очень ответственный, поэтому ожидаем большое количество гостей. У нас не только наши краевые гости, районные гости. Это и со всей России, это из зарубежья, из дальнего, ближнего зарубежья. Все новые экспонаты еще даже не распаковывали. Масштабную экспозицию там откроют к столетию знаменитого конструктора в ноябре. Кстати, к этой же дате и расширят весь мемориальный комплекс. Кроме музея и гаража, в него войдет церковь. Сейчас заканчивают ее реконструкцию. Именно в этом храме ребенком крестили Михаила Калашникова. Больше тысячи зрителей собрала в день города площадка Сибирской медиагруппы. Она стала одной из самых ярких и популярных точек на карте празднования Дня города 2019. О том, чем радовали и удивляли барнаульцев, расскажем далее. Песни, танцы, веселье и радость. Сцена Сибирской медиагруппы стала подарком барнаульцам на день рождения их города. А в день рождения, как известно, дарят лишь самое лучшее. А потому барнаульцев радовали яркие танцевальные коллективы, а также зажигательная кавер-группа «Зизи Поп». Очень нравится музыка, то, что живая, это вообще прекрасно. Настроение классное. С днем рождения, Барнаул!
Но и рядом со сценой было чем заняться. Работала фотозона, где все желающие могли сделать модное 3D-фото. Агентство недвижимости «Жилфон» предоставило возможность барнаульцам помечтать, нарисовав или раскрасив квартиру своей мечты. Здесь же можно было бесплатно сфотографироваться с хаски и в течение нескольких минут получить готовый магнитик с фото. Автоцентр «Реал» провел розыгрыш призов среди владельцев автомобилей марок «Субару». Погода просто маленько подвела, а так все замечательно у нас. Как бы все организовали на высшем уровне за «Субару». Кульминация программы – народное караоке. Сотни барнаульцев спели хором любимые песни, а кто петь не хотел, с удовольствием потанцевал. Спортивная эстафета для школьников прошла в барнаульском микрорайоне «Дружный». Организаторы праздника для детей – Краевой центр физического развития «Спортивная инициатива». Как прошли соревнования, расскажет Полина Жданова. Ученики 133-й школы в микрорайоне «Дружный» провели выходные под девизом «В здоровом теле – здоровый дух». Массовая зарядка, спортивные эстафеты и квесты соревновались и первоклашки, и выпускники. Мероприятие «День здоровья». Вот, при нашей поддержке и поддержке компании «Жилищная инициатива» направлена на развитие массового спорта, ну и поддержание детей в хорошей физической форме. Микрорайон «Дружный» – один из построенных «Жилищной инициативы». Здесь есть и детские спортивные площадки, детский сад и школа с огромным стадионом и бассейном. Теперь на постоянной основе Краевой центр физического развития будет проводить здесь массовые спортивные мероприятия для всей семьи. У нас район густонаселенный, и вот такие мероприятия, они, скажем так, повышают активность жителей нашего района, именно спортивную активность. Но больше всего радуются дети. Им нравится бегать, прыгать, посещать мастер-классы по волейболу, теннису, встречаться с барнаульскими спортсменами. Еще больше школьники любят занимать на эстафетах первые места. Эмоции у тебя какие были? Ну, что мы выиграли, я была рада. А вот что тебе больше всего понравилось? Ну, как мы с палочкой бегали. Мне больше всего понравилось подавать подачу. А еще что? Мне очень понравилось то, что приехала команда университет. Участникам соревнований выдали грамоты за старания. Но самое главное, что получили дети – желание заниматься спортом. Тем более в микрорайоне «Дружный» для этого созданы все условия. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульцы выступят против оксимирона. Алтайские рэперы бросают вызов этому и другим известным исполнителям в рамках русскоязычного хип-хоп-баттла в интернете. Среди барнаульских смельчаков популярный певец в жанре поп и рэп Александр Волокитин и рэп-исполнитель под ником Лаванда. На днях они сдали трек для отборочного раунда «В долгий путь». Громко об этом баттле заговорили после того, как свое участие в нем подтвердил рэпер оксимирон. Он считается одним из отечественных профессионалов этого жанра, который, впрочем, несколько лет вообще не выступал на российских батл-площадках. Но такой большой соперник парней не смущает. Барнаульский рэпер Лаванда сообщил нам, что на батле есть и другие люди, которые вызывают у него сильные эмоции от возможности посоревноваться. А к ним он причислил, в частности, не менее известного исполнителя Лок Дога. Бичанин поплатился своей машиной ради спасения собачки. В сети появились кадры с видеорегистратора неравнодушного водителя. Мужчина заметил собаку, которой нужно было перейти дорогу. Испуганное животное едва не попало под колеса. Водитель вовремя остановился, пропустил дворнягу, но спустя пару секунд в его машину въехал автомобиль, который двигался сзади. Судя по кадрам, удар был сильный, машину пронесло на пару метров вперед. Зато во всей этой истории все равно счастливый конец. Собачка осталась жива. Далее о погоде. Спонсор прогноза компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей!